приветствую. Я вышла сегодня вот на покраску потолка. Значит, чем я буду сейчас красить, ребят? Значит, я крашу потолки ремонтные. Текурила Евро-2. Вот эта банка у меня, 9-литровая, ведро. Вот, значит, смотрите, я на работу никогда ни с какими мензурками, колбами не хожу. И не меряю, сколько мне надо добавить воды. Значит, в нее я добавляю 10% воды. Как мне это удается сохранять без подручных средств? А очень просто. Ведро емкостью 10 литров, в него налито краски 9. Значит, я добавляю 1 литр, и получается 10 литров у меня краски. Вот. Ну и, значит, я добавила 1 литр на 9 литров, 1 литр воды на 9 литров краски. Вот. Все, перемешала. Ребят, и сейчас буду переливать в кюветку и красить. Крашу вчерашним валиком Микмекс. Он влажненький у меня. Сейчас я его раскатаю вот так, чтобы влага ушла. Вот, ворс встал. Вот, анзовский валик, средний ворс. Вот, вчера ребята испугались, что я так активно красила палкой. И при свете 200 ватт, и тут вот лампочка эквивалент на 150 в центре. Вот, что подумали, что я крашу по мокрому потолку, по грунтованному белой грунтовкой, уже крашу текурилой. Ребят, вы обо мне очень, что ли, плохо думаете? Или что я такая скорая? Я скорая, но не настолько. Что это я вам просто показывала с разных вот мест. Ну, камеру ставила, вот, чтобы показать, что палкой я красила тоже, это ВГТ было. Это грунт ВГТ. Просто он был мокрый и при боковом сильном освещении. Вот. Но я не настолько, я, конечно, хочу поскорее закончить, но не настолько, что мокрый по мокрому буду красить. Вот. Вчера была грунтовка ВГТ, белая укрывка. Сегодня будет два слоя с промежуточной сушкой, там 3-4 часа, будет вот текурила Евро-2. Значит, что я сделала? Я навела краску 1 к 10. Вот. И сейчас переливаю в лоток и пошла красить ее вот с левого угла. Вот. Потихонечку, значит, до правого угла, и вторая захватка будет вдоль окна. Первый раз крашу, как я, ребят, вчера говорила, поперек окна. А второй слой тут же по мокрому как раз вдоль окна. Буквой W. Вот. Краска эта тексотропная. Вот, значит, что она делает? Тексотропия это что? Тексотропность это что? Это не оставляет нам с вами капель, наплывов. Если мы, конечно, приложим силу и раскатаем эту красочку хорошо, а мы ее раскатаем с вами. Палка, ребят, повторяю, у меня 1,20 м от швабры. Вот, наверное, она или 25 миллиметров, или 30 по диаметру. Вот нормальная палочка, все, как говорится, все хорошо. С этими палками я дружу. Высота 1,20 м меня устраивает. Так, ребят, выливаю краску в лоток. Лоток у меня 330 на 270, для валика 250. Вот. И сейчас пойду красить. Сегодня я крашу потолок первый раз. Между ним буду шкурить, где я подмазала вчера, при входе и вот тут. Вот. И покрою белым грунтом. Теперь уже стены. Вот. И потом вернусь на потолок. И покрашу трубу отопления второй раз. Вот, который очень пользуется спросом нашего населения. Прям бьют все эти рекорды по просмотрам. Как же покрасить трубы отопления? Ребят, я готова их целыми днями показывать вам. Лишь бы вы смотрели мои ролики. Так, все. Краску накрываю. Сюда я ее вылила. Вот, значит, беру валик, насаживаю его на палку. Сейчас одеваю перчаточки и пошла работать. Вот так, ребят. Кисточку. Вот так. Валик. И работать сейчас. Раскатываю валик, ребят, и на раз, два, три его выжимаю. Он должен пропитаться, должен чавкать, не лысый бывает быть. Он должен быть набитым краской. Все, ребят, включила камеру. Сейчас буду вам показывать, как я крашу потолок. Значит, смотрите, сейчас первый
Вот беру захватку 1 метр. Первый раз крашу вдоль окна. Кончается у меня краска. Набираю краску и крашу поперек. Сейчас я раскатала валик. Раз, два, три. Он у меня прокрутился. Он хлюпает. Что я делала? Вот, я пошла красить. Первый слой может не прокрасить. Тут идет на два слоя окраска. Но раскатать надо все равно. Просто так вот кидать, курить, бегать, делать при покраске. Окна, двери закрытые. Вы занимаетесь только покраской. Вот туда, сюда. Туда, сюда. Вот захватку. Вот приблизительно у меня 1.5 метра. Вот до лампочки дошло, наверное, 1.5-1.5. Беру, ребята, из ангела макаю. Раз, два, три. Круговую прокатала валик. Он у меня хлюпает. Сразу я ему налью в этот в карниз. Не упираюсь, а отхожу немножко. Потому что он напитанный. Он сейчас все это вот, весь карниз мне измажет. Полусухим уже я подхожу к карнизу. И обратно возвращаюсь. Туда, сюда. Крашу. Нажим у меня, ребят, равномерный. Не сильнее. И иду бородой на себя. Вот там, где крепится эта ручка валика. Борода на меня идет. Потому что борода, она сильнее, ребят. А та рассказывает кончик. Вот так. Ребят, красота, не то слово. Хороший подарок получается. Давайте также, ребят, приступайте и делайте. Таким валиком, такими красочками, и у вас будет все хорошо. Хорошо ложится, легкое шатрение. Все, я перекрываю, я молодец. Этих 5 слоев, нормально все. Все хорошо. Все отлично. Все просто замечательно. Так, ребят, сейчас 1-й слой. Она встанет, и потом 2-й
второй слой уже уходит. Будет замечательная потолочка. Так. Осталось мне другое еще пить. Раскатываю краску. Кручу валик. Иду дальше. Вдоль окна. Включил поярче свет, чтобы вам было получше видно. Так, сейчас раскатала первый раз вот от люстры до угла, до правого поперек. А сейчас иду, как набрала краску. И вот она у меня поскакала. С этой палкой, ребят, вам удастся. Она стабильный размер имеет, стабильный вес. Вот, и он такой вот, понимаете, скомпенсированный этот вот деревянная палка. То, что надо. Вес у нее нормальный. Что вы сможете ее управлять. Она не гнется, с нее ничего не сваливается. Валик сидит как литой. Наконец намотаете скотча и оденете эту ручку. При, когда моете ручку, обязательно валик снимайте с ручки, чтобы ручка не отравила. Вот. И валик когда раз промываете, ну я промываю мылом хозяйственным 72% серым. В нем есть щелочь. Вот. Среди вам не всегда покупают. Я вас прошу, я им покупаю. Когда они часто не знают, где он продается, я им подсказываю, что в продуктовых магазинах это все продается. Ну, вот Петрович, он есть, я Петрович сразу кладу в корзину, чтобы мыло у меня было. На одну комнату ни одного мыка хватает. Те же галтели вот я делала тоже мыльную водичку. Я добавляю мыло, стружку мыла в водичку. Вот, потому что когда губками я смываю герметик, вот, мыльная водичка очень помогает мне. Так, как я его сделала, ребят, осталась теперь вторая полоска.